Есепті кезеңде Қазақстан экономикасы біздің негізгі сауда әріптестеріміз Еуроодақ елдерінің тұтынушылық және өндірістік белсенділігінің Қытай мен Ресей экономикаларының қалпына келу аясында дамыды. Халықаралық валюта қорының болжамына сәйкес, ағымдағы жылы экономикалық белсенділік дамыған елдерде де, дамушы елдерде де жылдамдайтын болады. Әлемдік экономика өсімі 3.4-3.6% деңгейінде күтілуде. Қазақстан экономикасы үшін 2016 жылғы бірінші жарты жылдықта ерекше қаты сезілген шикізат тауарлары бағасының төмендеуі, сауда әріптестері экономикаларының стагнациясы сияқты теріс сыртқы тәуекелдер бүгінде толығымен сейілді. В этой связи цена на нефть с начала года стабилизировалась на отметке 54,1 доллара США за баррель. Индекс цен на металлы увеличился на 5,2%. Экономика соседей России после продолжительного сокращения в текущем году вырастет на 1,1%, Китая на 6,5%. По итогам квартала ВВП страны вырос на 3%. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано сокращение ВВП на 0,1%. Драйверами роста экономики стали промышленность, строительство, транспорт, торговля и сельское хозяйство. Что касается ситуации в отраслях экономики. Положительные результаты демонстрирует промышленность. Она увеличилась на 5,8% против ее снижения в аналогичном периоде прошлого года на 0,8%. В горнодобывающей промышленности объемы выросли на 5,6% против снижения на 1,5% в сопоставимом периоде прошлого года. Произошло это за счет наращивания добычи нефти на 5,2%, железной руды 11,4% и угля 17,4%. В обрабатывающих отраслях, которые обслуживают промежуточный и конечный спрос, в январе-марте был показан значительный рост, который опережает показатели прошлого года. По обработке рост 6,5%, в аналогичном периоде прошлого года он составлял всего лишь 0,3%. Рост обеспечен за счет увеличения выпуска продукции в металлургии 7,1%, продуктов питания 3,4%, нефтепереработки 17,2% и по машиностроению 1,8%. В разрезе регионов высокий темп роста отмечается в Атравской области, Павлодарской и Северо-Казахстанской, которые превышают средние страновые. Положительное влияние на динамику ВВП также показало увеличение продукции в сельском хозяйстве на 2,9%. Также хорошие результаты показывают Павлодарская область, Мангыстауская область, Жамбылская область. Драйвером роста экономики продолжает оставаться строительство. Объем строительных работ за первый квартал увеличился на 7,1%. А вот в эксплуатацию жилых домов вырос на 25,3%. Высокий спрос на строительные работы в основном обеспечивается за счет госпрограмм «Нурлужол» и «Нурлужер». Это также влияет на инвестиционную активность. В целом, по инвестициям в основной капитал они увеличились на 3,1%. Следует отметить увеличение в сельское хозяйство инвестиций 22%, обрабатывающая промышленность 32%, производство продуктов питания 19,9% и химпромышленность 10,2%. Высокий рост инвестиций наблюдается в Южно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской, в городе Астана, СКО и других областях. По услугам, сфере услуг, объем транспортировки вырос. Грузов вырос на 3,4%, при этом грузооборот на 5,4%, а пассажирооборот на 3,1%. Что касается инфляции, замедление инфляционных процессов, выравнивание курса и повышение потребительской уверенности способствовали росту розничного товарооборота за отчетный период на 5,5%. В аналогичном периоде прошлого года он упал на 3,1%. По внешней торговле. Он у нас за первые два месяца, потому что он с 45-дневным лагом, и, соответственно, у нас есть цифры только за первые два месяца. Внешторговый оборот вырос на 23,1% и составил 10,9 миллиарда долларов. Экспорт вырос на 22,7%, импорт на 23,8%. Сложилась положительная сальдо торгового баланса в размере 2,9 миллиардов долларов, и увеличилась она на 21,1%. Что касается основных экспортных товаров, сырая нефть увеличилась, ее экспорт на 22% и в абсолютном выражении 10,6 миллионов тонн составил. Значительный рост наблюдается в экспорте металлических рудах, изделиях из железа и цемента. Также экспорт угля
повысился на 26,3, руд концентратов хромовых на 28,1, ферросплавов 8,6 и так далее. Эта информация имеется. Также тенденция роста отмечается в сельском хозяйстве и в переработке. Это мука, молоко, кондитерское изделие, рост индекса физического объема на 26,1%, жиров и масел, текстильных материалов и изделий. По ситуации в финансовой сфере. На 1 марта текущего года объем кредитования банками второго уровня уменьшился на 1,4% и составил 12,3 триллиона тенге. Снижение связано в основном за счет снижения валютных кредитов, в то время как кредиты в тенге выросли на 5% ровно. При этом кредиты субъекта малого предпринимательства выросли в целом на 28,7%. Депозиты по сравнению с аналогичной датой прошлого года выросли на 5,3% и составили 17 триллионов тенге. Депозиты в национальной валюте продолжили свой рост в 1,5 раза и превысили 8,3 триллиона тенге. Международные резервы. С начала года они сохраняются на стабильном уровне и увеличились на 2% до общей цифры 92,6 миллиардов долларов. В том числе активы нацфонда выросли на 2,2% и составили 62,6 миллиардов долларов. Как уже отмечалось, наблюдается замедление инфляции. Накопленная инфляция за 3 месяца составила 2,3%, в то время как в 2016 году, в аналогичном периоде, накопленная инфляция составляла 3%. В годовом исчислении инфляция составила 7,7% и таким образом остается в пределах установленного коридора. Также отдельно необходимо отметить, что среднемесячная заработная плата выросла и составила 148,6%, выросла в реальном выражении на 3,8%, в то время как в соответствующем периоде года мы видели снижение на 9,6%. Это важный показатель, потому что и в 2015 году в первом квартале реальная зарплата уменьшалась. Уровень безработицы по сравнению с концом прошлого года снизился на 0,1% и составил 4,9%. В целом, итоги социально-экономического развития сформированы под воздействием ушедших внешних и внутренних факторов. Они свидетельствуют о восстановлении экономической активности в стране. Помимо количественных показателей, мы также проводим качественный замер самочувствие бизнеса. У нас есть конъюнктурные обследования, порядка 5000 предприятий, и ежеквартально мы обеспечиваем опрос не менее 6% из этих предприятий, то есть порядка 250-300 предприятий, с точки зрения их уверенности на ближайшие 2-3 месяца. Этот индекс у нас также растет. Вместе с тем нельзя надеяться на то, что такая же ситуация будет продолжаться, и в этой связи есть неопределенность дальнейшего развития мировой экономики, волатильность товарных рынков сохраняется, поэтому необходимо продолжить реализацию мер по укреплению достигнутого роста, стимулирование кредитования, привлечение инвестиций и реализации послания главы государства.